Защита Юрия Малафеева и его коллеги, присутствующие на заседании, пока от комментариев воздерживаются. К делу следствие попросило приобщить документы о том, что стоимость заказанных для строительства материалов превышала стоимость в несколько раз. В свою очередь, сторона защиты предоставила акт контрольного обмера. Согласно этому документу, нарушений строительных нормативов выявлено не было. Защита настаивала на том, что по закону в отношении предпринимателя мера пресечения в виде заключения под стражу не избирается. Следствие же предложило оставить Юрия Малафеева в СИЗО до 15 сентября. Прокуратура эту позицию не поддержала, поскольку доказательств необходимости избрания именно этой меры пресечения представлено не было. Эти кадры сняты в июне прошлого года. С ремонтом моста через Оку проблемы возникли с самого начала. В первый день из-за того, что не было организовано движение, мост встал в пробки. На место приехал тогда еще министр транспорта, а сейчас свидетель по делу о ремонте Солочинского моста Андрей Савичев. Те неудобства, которые на сегодняшний день испытывают автолюбители, мы ситуацией прекрасно владеем, все понимаем, поэтому сейчас принимаются экстренные меры по организации здесь светофорного движения. Мы и планировали его вести, но первый день, как только мы прикрываем движение, ну, на самом деле, вот этот небольшой хаос, который сейчас происходит, он был нами прогнозируем. Мы понимали, что будет по первое время очень сложно. Мост дали в срок, но неоднократно говорилось о том, что официально акты приемки так подписаны и не были. Качество ремонта оставило желать лучшего. Из-за моста или причина была другой, но 15 октября прошлого года Андрей Савичев покинул региональный Минтранс. О нем вспомнили в рамках уголовного дела. Как пишет «Вид сбоку», в квартире экс-министра прошел обыск, по этому делу Андрей Савичев проходит как свидетель. Что же касается Юрия Малафеева, то гендиректора «Альянсдорстроя» не стали заключать под стражу. Суд посчитал такую меру необоснованной. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».